Друзья, всем привет! В данном видео хочу представить вашему вниманию одну очень интересную, на мой взгляд, идею, как при помощи общедоступных простейших материалов и инструментов можно сделать настолько крутую вещь, что все ваши друзья, пришедшие к вам в гости и увидевшие эту вещь, просто засыпят вас вопросами. Типа, где вы это нашли? Неужели это можно сделать самому? Сколько это стоит? И все в этом роде. Ну, лично мои именно так и спрашивали. Ну что ж, надеюсь, вам хватит терпения досмотреть до конца. Желаю всем приятного просмотра. Погнали!
Ну вот, друзья, самоделка уже полностью готова. Как я и говорил в начале, думаю, и вы согласитесь, для обычной профтрубы и ржавого куска уголка это вполне неплохой результат. А тем более вживую, поверьте, это все выглядит еще гораздо более симпатично и атмосферно. Лично мне и моей семье это зеркало с парящим эффектом очень понравилось и доставляет только положительные эмоции от его использования. Надеюсь, и вам понравится данная идея, и кто-то, может быть, захочет ее повторить. Всем спасибо за просмотр. Пока!